Страна изменила правила въезда для граждан других государств из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Душанбе, 18 января, Спутник. Для граждан Таджикистана и Узбекистана изменили правила въезда в Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ. Об этом сообщает Uzbekistan Airways. Теперь таджикистанцы и узбекистанцы должны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не более чем за 48 часов до посадки на борт. Кроме этого, пассажирам необходимо сдать ПЦР-анализ в аэропортах Дубая и Шарджи. До получения результатов теста граждан обяжут соблюдать самоизоляцию, указывает перевозчик. Ранее такие же ограничения для таджикистанцев ввел и Узбекистан. Подобные меры приняли из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, а именно распространения штамма COVID-19 Омикрон. Напомним, это уже не первый раз, когда Эмираты ужесточают правила въезда для граждан Таджикистана. В начале июня 2021 года страна исключила республику из зеленого списка. Тогда прибывшие в страну должны были соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Ограничения отменили в сентябре. При этом вышеуказанная мера не коснулась граждан России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Молдовы.